О том, что санатории нашей страны, в том числе и Брещины, пользуются большой популярностью как у соотечественников, так и граждан соседних стран, многие знают не понаслышке. Сегодня только в здравницах Брестского региона успело отдохнуть порядка 9 тысяч белорусов и 7 тысяч иностранцев, львиная доля которых – граждане России. Причем россияне стараются забронировать места в наших базах отдыха за полгода, в то время как наши соотечественники часто пытаются успеть прыгнуть в последний вагон и, как правило, остаются без путевки. Что делает наши базы отдыха такими привлекательными? Безусловно, это чистый воздух, доступные цены и достаточно высокий уровень предоставляемых услуг. Только на подготовку Берестейский Здравниц к летнему сезону было выделено порядка 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета. Это позволило не только обновить материально-техническую базу, но и расширить и сделать в своем роде эксклюзивным перечень оздоровительных процедур. В настоящее время очень востребованы СПА-процедуры. Это разного рода обертывания, это всякие контрастные души, это косметологические кабинеты. Если вы говорите о новых, ну вот, есть такой метод лечения иридотерапия, лечение пиявками. Вот оно у нас в Чабарке, это Барановичский район, там такой вид услуги и лечения сегодня оказывается. Врач прошел специальную переподготовку, и спрос на эту услугу очень большой. Кстати, наслаждаться лечебным комплексом услуг санаториев и баз отдыха на Полесье можно круглый год. Чего не скажешь о детских оздоровительных лагерях. Их сезон работы приходится в основном на месяцы летних каникул. На Брещине принять юных посетителей готовы порядка 800 оздоровительных лагерей. Из них 22 стационарных. Сегодня во многих из них проведен ремонт. Однако есть и такие, в которых модернизация продолжается и по сей день. К примеру, «Лесная сказка». После масштабной реконструкции этот любимый многими детьми лагерь переименован в «Надею» и готов принять многоголосую толпу. По словам Нины Чопчи, с путевки в детские оздоровительные лагеря не теряют своей актуальности. В области будет оздоровлено 60 тысяч детей. Будет открыто более 800 оздоровительных лагерей. Стационарные лагеря будут открыты. Они у нас, как было их 22, так и осталось в этом году. Все они подготовлены к открытию. Уже, скажем, в таком лагере, как Бригантина Ивановского района, уже началось оздоровление буквально с 1 июня. И на сегодняшний день в лагерях с дневным пребыванием и в загородных лагерях уже полным ходом начинается оздоровление. В общей сложности принять посетителей, желающих подправить свое здоровье, в здравницах Брестской области готовы порядка 14 санаториев, 800 детских лагерей и 5 оздоровительных центров. Все эти базы отдыха могут расположить около 9 тысяч любителей лечебных процедур и спокойного отдыха вдали от городской суеты и насущных проблем.